Команда Слуцкого района приняла участие в групповом этапе Кубка Минской области по мини-футболу. В группе «Б» случане сыграли 13 января 3 матча и заработали 2 очка. Проиграли только представителям Солигорского района «Партизану» 1-7, который и вышел в следующий тур соревнований. Победили в матче с командой Любанского района 4-1, выиграли и у Ориона из Солигорска 7-5. Случане заняли второе место и завершили выступление в Кубке. Ну а в Слуцкой спортшколе продолжаются игры 4-го открытого чемпионата Слуцка по мини-футболу. 20 января начало в 14:00, 21-го в 11:00. Противостояние лидеров Слуцк-Сахар-Атлетик и другие не менее интересные матчи точно дадут вам эмоции. Приходите!